Что-то мышки даже хлебушек не съели. Оставлял хлебушек им. Что-то зажрались, что ли. Всем привет. Выбрался я наконец-таки в землянку. Все заждались, наверное. Что поделаешь? Одной землянкой сыт не будешь, как говорится. Так что сейчас пилю дровишки. Печку растапливаем, надо будет приготовим сегодня хлебушек. Второй раз, вторая попытка, но уже не на лопате, а в нормальной форме. Сейчас тесто заведем, все сделаем. Также еще приготовим и по землянке тут дела поделаем. Опа, так что... Взял я в этот раз, не забыл, бинтик, перекись водорода. Ну, для начала, думаю, хватит. Таблетки не стал брать, тут минус. Не знаю, это температура хранения какая у таблеток. Вряд ли, наверное, в минусе они будут храниться долго. На улице сегодня благодать. Тепло вообще. Сейчас разгорится, не буду дымить. Промерзло.
Предлагаю попить чайку пока на улице. Сейчас печка нагреется, дымить перестанет, пойдем тесто замесим на хлебушек. А буду сейчас дров сейчас напилить, найти. Пока хлеб у нас готовится, пожарим купаты на сковородке. Печка разогрелась, не дымится. Сейчас замешаем тесто, потом пилить дрова уже буду. Вот у меня мука, водичка, вот такая дешевенькая формочка. Пойдет. Попробуем. Лучше, чем на лопате. Один фиг. В мешочки замешать. Не морать чугунок. Котелок. Берем муку. Дрожжи. Сахар, соль. Масло смазать форму. Поставим сейчас воду подогреть. Теплую. Тепленькая водичка, вроде как заливать надо. Сразу мешочки замешаю, да и все, какая разница. Так, пол пакетика. Отсыпаем пол пакетика примерно. 5 грамм. Так, сахар на глаз насыпем. Пойдет.
взять бурду какую-нибудь сделаю. Надо соли принести, что-то мало уже. Ну, соли. Все высыплю. Все перемешиваем сейчас. Водичка подогреется. Зальем. И настоится. В теплом месте оставим. О, водичка горячая уже. Вот так вот замесил. Даже руки не заморал в мешочке. Все, сейчас оставляю. Пусть настоится. Потом будем жарить. Печка прогорит. Угли будут. Пойти сейчас птичков накормить. Купаты сейчас поставить жарить. С дровишками быстрее идти. Погорело все уже. Ну все, тут угольки туда сдвинул, подальше, чтобы не сгорел хлеб.
Я сейчас туда поставлю. Вроде поднялся немного. Надеюсь, с краю поставлю. Жар вроде есть. Надеюсь, в этот раз получится. Не знаю, температуру тут сколько надо. Вот. Буду поглядывать. Ну вот, сейчас надолго хватит. Надо вообще с бензопилой как-нибудь прийти, запасти нормальный дров, чтобы... Ножовка, это 2 часа пилил. Сколько тут? Чурок, не помню, сколько было. Бензопилой напилить. Запасик, чтобы было, и все. Вот вроде дожарились сосиски.
буду снимать. Так, вот так вот у нас сосисочки пожарились. Сейчас посмотрим, что у нас там с хлебушком. Дошел, не дошел. Углей уже мало, там нету почти что. Так что не знаю. Горячо. Горяченько еще. Не знаю, допекся, не допекся. Сейчас попробуем. На кекс больше похож какой-то. Ну, вроде пропекся даже. Я попробую. Ну, точно пропекся. Хорошо, почти, ну не красиво только, а так, вполне хлеб, как хлеб нормальный, главное пропекся. Всем приятного аппетита. Вот так сегодня прогулялись, попроведывали землянку. Сейчас уж, наверное, закругляться буду. Работы еще много дома. Кину, надо до города убираться. По возможности буду приходить снимать. Те, кто ждет землянку. Там многие пишут, что ждут. Времени особо нету, работы много, так что извиняйте уже. Скоро земля, кстати, уже начнет оттаивать. Будем следующую землянку делать, начинать. Ну как-то тут уже что-то даже не очень интересно уже. Охота, сам процесс фрайки больше нравится. А когда уже готово, уже не особо так интересно снимать, что-то ходить. Так что скоро новая стройка начнется. Новую земляночку будем большую строить. С банькой. Лепота бы. Хочу в таком же бугорке потом сделать вторую земляночку.
поискать место, скоро начнем выбирать. Сейчас уже более продуманная будет вторая землянка. До этой и добираться неудобно. И сама она не очень мне нравится. Тесная какая-то получилась. На скорую руку делал. Уже зима на носу была. Но хотелось закончить быстрее. Я уже ее заканчивал, то и то уже снег выпал. Поэтому... А эта вторая землянка у нас уже будет не спеша, не на скорую руку. Уже будем продуманнее, все более аккуратнее. Обшивать буду там все досками. Не знаю, что сам буду делать или... Ну, сам, наверное, скорее всего, буду делать доски. Тоже тут два бугорка. Может, землянки чьи-то. Так что вот так вот. Будем делать землянку в бугре в каком-нибудь. Так, раз. Все нормально будет. Так вот, сегодня сходили, прогулялись, навестили, проведали землянку. Все нормально, все стоит. Извиняйте уж, что редко ролики выходят про землянку. Буду стараться почаще. Работы много. Все, наверное, понимают, что деньги с воздуха не берутся. Жить на что-то нужно. Поэтому, когда есть время, тогда я снимаю. Снимать буду ходить. Так что... Если что, для связи у меня ссылки ВКонтакте, Телеграм в описании, по нардам, шкатулкам, шахматам, если что, пишите, звоните. Всех до скорых встреч, пока-пока.